Охуеть. Я просто не могу представить, здесь жили люди. Ёбаный концентрат, нахуй, охуеть, Вася, блядь, Василий, ёб твою мать, это пиздец, чё там дальше-то? Смотри, блядь, маск-сетка, ёб, надо её забрать, блядь, нахуй. Она пиздатая, для охоты, блядь. Вот это обрезать лишнее нахуй. Вот так вот. Это можно, блядь, просто ложиться, блядь, на охоте и, блядь, прятаться под ним. Вот на обратном пути возьмем. Это уже жопа, это уже говно. Увещаю на обратном пути. Это не говно. Короче, все забираем. О, а там тоже, смотри, эта хуйня идет. Нет, здесь нет. Дот, смотри, если вот так вот окна, дот. А это дот. Блять, сука, это блять заходит. Ты чё там? А, наверху и поднимемся мы, блядь, лестницы нет. А, сломалась. Развалилась. Дал? Че? Дыры прям в этой сне от пули, нам. Ну? Как это откуда? Да они, походу, прям в здании здесь ебашили. Ну, что-то отрабатывали, наверное. Смотри, сколько дырок. Блять, как будто в зоне боевых действий, ёбаный рот. Ёб твою мать, смотри, блять, посмотри на потолок. Он ёбнется скоро, нахуй. Бля, он спрогнулся, нахуй. А это чё? Мёртвый, а, такой же. Видать, отрабатывали, просто взять его в здание. Боевые не пользовались. Ну, блядь, я себе две штуки и возьму, нахуй. Где? Ну, а чё? Разрешаешь? Поставишь в сервант. И потом ещё более-менее живые. Люди жили. Я просто не могу представить. Здесь жили люди. Теперь здесь никого нет. Пуля аж в стенах, блядь, сидят нахуй там. Ух, и пуля там осталась. Ладно, пойдем. Все, наверх не подняться.
Может, в том подъезде подняться можно?